Ящерица смотрит на меня. Она сбросила хвостик, и у нее новый вырастает. Видите? Буся спугнул ее. Видите, какая нахальная? Опять выскочила. Опять Буся испугал ее. Ну вот, посмотрите, опять выскочила. На собаку смотрит теперь. Опять убежала. Любопытная. Нет, не убежала, вот она. За собакой наблюдает. Вот она. Ну, потому что она спрашивает, кто в доме хозяин. Нифига не боится. Собака ходит. Буся, куда ты смотришь? Буся не туда побежал. Вот она. Вот. Вот. Как показать? С деревом сливается. И Буся, ты баран. Куда ты на маму прыгаешь? Прикиньте, какая наглая. На меня теперь уставилась. Буся. Я убежала. Капец. Она в прятки играет. Прячется и появляется. Во-во-во. Опять убежала. Буська бегает. О, опять показалось. Буся пошел опять не туда. Буся, где ты ходишь? Дуралей. А ну я подойду к ней. Прячется. Вон там он, за кустами. Мордаха ее торчала. Ой, цирк. Такое малюсенькое. И такое нахальное. Эй, ты, партизан. Так, друзья, нарядились мы гулять с Бусиком. У нас вообще плюс 32. Очень жарко. Я без макияжа. Не то, что в майке, еще и в трусах. Представляете? В общем, прикид на радость хейтерам, которые меня обсуждают. Надеюсь, вы посмотрели мое видео, как эти хейтеры, причем мужчина, мужчины, понимаете? Ладно бы какие-то бабы мне писали гадости. Мужчины, настоящие украинские патриоты, как они в Турции тусят. Пьяные. Не алкоголики. Вот. Ну, а мы на дурачье внимание не обращаем. Одеваемся, как нам удобно, как нам нравится. И вообще американцам на это дело все плевать, кто как выглядит. Я вчера водила собаку в клинику. И там девочки-медсестрички, одна другой краше. Значит, они такие все разные, что мне понравилось. У одной вот такие вот дреды, да, как их правильно называют, косички такие, ниже попы, разноцветные. И сверху еще такой цветастый платок.
А другая девочка, видимо, была лесбиянка. Я вообще успела с тремя медсестричками пообщаться. Потому что видно рюкзак за спиной, короткая стрижка, она такая вся, как мальчик. А уже последняя девочка, она такая высокая, очень высокая, полная. И вот здесь вот ноздри все в сережках. Не знаю, как это правильно называется. Понимаете? Уже бы в Украине на них бы напали нацики и заставили бы кричать «Поляниця!». Вот так вот. Ну все. Идем развлекаться с Бусиком. Не знаю, если успеем, пообщаемся. Жизнь прекрасна на самом деле. Чего и вам желаю. Ну что, у меня на сегодня еще в планах котлеты. Хочу показать, как поделилось мое время. Вот это вот таблетки собаке давать. Расписала по часам. Ухо еще не давала. Запишу, когда дам. Под вечер где-то 8, наверное. Три вида антибиотиков. И чтобы за раз не запихивать в него, потому что можно по почкам ударить, я решила разбить по времени. Вот это вот все собачьи витамины, лекарства, все заставлено. Это ушки чистить ему, это пробиотик, это рыбная алия, как сказать, рыбное масло, что ли, да? Это у нас шампунька, мы купили вчера. Сумасшедшие деньги стоит, чтобы купать Бусика через день. Вы представляете, сколько у меня это времени займет? Это овсяный шампунь. То, что нам посоветовали, мыло фри. Ну, короче, полезный шампунь. Хочу показать вам, лилия цветет наконец-то. Я говорила, что у меня немножко позже зацветает все. Я так рада тигровой лилии. Ой, какая красота. Сейчас фотку сделаю. Так, гортензия разрастается, по-моему, какой-то из видов. Там есть табличка, не хочу пачкаться. Здесь я срезала пару цветов засохших. И вот уже тоже. Розу обрезала. В общем, полностью почистила задний и передний дворик. Покосила траву. Здесь вот ветки вот эти вот полезли. Пришлось все равнять. Здесь цветочки должны еще заново расцвести. Одни уже отвяли. Другие расцветают, нужен совет. Как бы вот это вот, я надеюсь, что это пион. Но он почему-то не цветет и даже никаких нет побегов для цветка. У меня в прошлом году было так. Вот, как я думала, посадила куст пиона, и из него полезла колючка. И листья похожи, и ту колючку я выдрала. И вот в этом году я просто жду, что зацветет. Как я узнала, что это колючка, она пустила цветок такой, знаете, розовый. Ну, такой вот, шишку такую, но никак не пион. В общем, я его выдрала. И вот это вот я так надеялась, что это у меня пион зацветет. Не знаю, посмотрим. Гладиолусы полезли, здесь все почистила. Не знаю, почему-то ландыши не цвели в этом году. Странно, правда? Вообще, это, конечно, тяжелая работа. Я срезала розы, куст, все засохшее, чтобы пошли новые бутоны. Буся, подожди. Срезала здесь ветки, косила траву. Это только вот этот небольшой участочек драла. Здесь вот сорняк полез. Пересадила туда пару цветочков. И носила потом все это в лес. И также задний дворик, бэк-ярд. Бусяка зайчишку опять прошляпил. Что, охотник? Нюх потерял из-за жары. Заяц сидит вот так вот минут 5 и наблюдает.
А вот увидим, увидим. Унюхал что-то. Кто там, Бусик? Посмотри, где зайчик? Смотри, там зайчик сидит. Ищи зайчика. Ну, найдешь, унюхаешь, нет? Не, заяц наблюдает. Буся, где зайчик? Ищи зайчика. Бусяня, где зайчик? Меня не слышит. Ну что, зайчишка, пошли мы. Давай, до встречи. Я машину посмотрю. Посмотри, какая машина. Иди сюда. Посмотри, какая там машина страшная стоит. Большая. О, какая машина. Описи ее вот так. Скажи, это моя машина теперь. Идем посмотрим. Господи. Вот так. Все. Идем посмотрим. Иди сюда. Иди сюда. Ты любишь машинки? Любишь машинки, уже не боишься? Во какая машина. Большая. Пока еще не рычит. Да, малыш? Ладно, идем домой. Жарко тебе. Пойдем. Смелый стал. Он пугался таких машинок обычно.